Я ищу донора. Почему эта группа крови называется бомбейской? Потому что эта группа была открыта в Бомбее в 1952 году. И ее нету только. Вы меня не слушали? Это очень редкая группа. Она есть на более 10 тысяч человек. В банке крови зарегистрировано 3 человека, но их никто не может найти. Вы не знаете других подходящих групп? Знаю, около 8 человек. Но трое из них настоящие люди. Живут за границей. Здесь, в Бомбее, двое пожилых и маленький мальчик. А один мужчина скончался недавно. Скончался от чего? Не знаю. Произведает убийство. Ну, что сказать? Братец Сон. Он очень популярная личность. Контрабандист золота? Он сам. Спросили, знаю ли я донора с такой же группы крови. У братца Сона очень сильно болит сердце. Ему нужна кровь такой же группы для операции. Я поделился с ним своим списком доноров. Хорошо, уважаемый. Мы попробуем помочь вам найти донора с такой группой крови. Удачи. Остановить его. Проклятые ублюдки. Идите и приведите его. Боль дали уйти не ему, а моей жизни. Как же вы могли легко отпустить мою жизнь? Пусть умрет тот, кто не понимает ценности моей жизни. Но так легко ушел, потому что его нельзя убивать. Вы запретили. Все, остановись.
Что случилось? Ничего, голодание пожелал меня. Такое время? Да. Наверное, она имела в виду пол пятого дня? Нет, ночью. Ладно, я ее позову. Вы сказали, что возвращается после заката. Если бы вы позвонили ему. Кто там? Че лицо? Че лицо? Светочка, иллюминация. Тасмиктокус. Тасмиктокус. Yeah.